Всем привет! Продолжаем гулять по Европе, смотрим какие-то достопримечательности. Вот сейчас мы в Бамберге, памятник Эрнесту Теодору Вильгельму Гофману. Это немецкий писатель, писатель-романтик, композитор, художник и юрист. После развода родителей его воспитывает тетя Фюсхен Шарлотта Вильгельмина Дёрфер. Он поступает на юридический факультет Кёнигсбергского университета, хорошо его заканчивает, продолжает сочинять музыку, рисует, влюбляется в замужнюю Дору Харт, которая старше его на 9 лет, пишет романы, дружит с чиновником и композитором Йоганом Хампе, увлекается азартными играми, начинает пить, как вот здесь написано, много проводит в винном погребке, но с утра уже, как говорится, в галстуке на государственной службе. Пишет музыку и текст трехтактного Зиншпиля Маска, сдает различные экзамены по юриспруденции и назначается на должность асессора в Познанском окружном суде. Гофман создает карикатуру на некоторых лиц Потнинского высшего общества. Первая литературная публикация Гофмана – это эссе «Письмо монаха своему столичному другу». Она была напечатана. Пишет музыки к спектаклю Захария Вернера «Крест на Балтике». Занимается оформлением дворца Мнишков, который был приобретен музыкальным обществом. Расписывает многие помещения, а на открытии дворца дирижирует свои симфонии ми бемоль мажор. Ну, такой, в общем, разносторонний был человек, конечно же. Кстати, говорят, что Достоевский перечитал его в оригинале. И одна из знаменитых его повестей – это «Повелитель блох». Ну, вот так немножко, возможно, сумбурно о Эрнесте Теодоре Вильгельме Гофмане, о памятнике, который стоит в Бамберге, Германия. Все, всем пока, всем привет, до свидания.